В здании правительства Москвы. И мы рады, что вы откликнулись на наше приглашение. И позвольте мне открыть очередное, как бы скажем, мероприятие в рамках школы московского эндокринолога. Вы знаете, что школа работает на регулярной основе. В рамках школы мы проводим наши и съезды, и конференции, и вот такие вот, как говорится, расширенные конференции, и семинары. Поэтому у нас очень такая многоплановая программа. И тема нашей сегодняшней научно-практической конференции – сахарный диабет, проблемы и пути решения. Что должен знать пациент с сахарным диабетом?